Ты ходил сегодня в госпиталь к Дитеру? Его не было в палате. А медсестра в приемной не нашла о нем ни одной записи. Это дело рук нацистов. Они захватили это место. Майн Гот, что же они с ним сделали? Тебе здесь не место. Уходи.
американец. Гутен так, Блажкович. Забирайтесь в кузов, я отвезу вас на ферму. Ферма, на которой обосновались нации, чуть дальше по дороге. Удачи, Биджей! Это смешно. Какого дьявола мы охраняем ферму? Ты заметил, что состав охраны постоянно меняется? Похоже, у них здесь что-то такое, для чего нужна полная секретность. В атаку! Теперь-то ты испугался.
Что толку прятаться? Капитан Кронер, во время последней инспекции я обнаружил вопиющее нарушение режима безопасности во вверенном вам центре. Требуется немедленное удвоение охраны и укрепление центрального входа в подземный бункер. В случае, если мои указания не будут исполнены в кратчайшие сроки, на ваше место будет назначен офицер, который в состоянии своевременно выполнять приказы командования. Наступаем! Шнель! Шнель! Надо отойти назад! Ты что, трус? Ah!
Что-то не так? Патроны кончились? Теперь-то ты испугал. Thank you.
Недолго тебе осталось, американец! Thank you.
теперь-то ты испугался? Хотя первые эксперименты дали положительные результаты, в ходе исследований становится ясно, насколько сложно искусственно создавать кристаллы Нахцзонны. В связи с повышением скорости роста наблюдаются дефекты структуры кристаллической решетки, и значительная часть кристаллов оказывается непригодной к использованию. С этой проблемой удалось справиться путем выращивания большего количества кристаллов и определения наилучших с помощью блудшляхеров. На территории боец сопротивления!
Теперь-то ты испугался. Я слышал, на прошлой неделе одна такая тварь сбежала и перебила целое отделение. Я был... Эд, мама! Пощадите меня! Тревога! Не шути так! Не убивайте меня! Yeah.
Наступаем! Шнель! Шнель!
глаза! Янки здесь! Наступаем! Шнель! Шнель! Видели его? Сюда! Мы знаем, что ты здесь. Я найду тебя, где бы ты ни был. Ты что, трус? Выходи! Исторический центр. А, да, я хорошо как прицел. А я иду не туда. Туда. Угу. Понятно. Идите вот так, прямо потом на... Это про тебя весь город говорит, верно? Я про него. Он в одиночку напал на раскоп нацистов за городом. Там работает мой брат. Он сказал, когда ты ушел оттуда, нацисты очень заторопились. Они положили в ящик что-то большое и перевезли его в город. Ты что, трус? Нужно все собрать. Доктор Александров сказал, что нацисты будут здесь с минуты на минуту. Притормози. Они еще пока не ломятся в дверь. Объект, обнаруженный вами под фермой, использовался нацистами, чтобы выращивать такие кристаллы, как у тебя. К счастью, их искусственные кристаллы оказались намного слабее. Мы до сих пор не знаем, зачем они им понадобились, но хорошо, что их усилия пошли прахом. Вы отлично справились, агент Блажкович. Я занят. Позже поговорим. Агент Блажкович, я просил вас всего лишь освободить наших собратьев, а вы разгромили всю базу нацистов. Но ваша миссия увенчалась успехом.
Поэтому я хочу снова прибегнуть к вашим услугам. Медсестра, которая работает на нас под прикрытием в госпитале неподалеку, говорит, что с тех пор, как это место захватили нацисты, странное. Выясните, что там происходит. Я обозначил место на вашей карте. Постарайтесь не уничтожить его тоже. Агент Блажкович, я из Золотого Рассвета. Мне нужно поговорить с вами. Послушайте, несколько моих соратников попали в плен. Их допрашивают. Они не бойцы, агент Блажкович. Им нужна помощь. Штаб отмечен на вашей карте. Проберитесь внутрь и найдите их. Понятно. Это значит сюда. Повернул, посмотрел. Пожалел, урода. Стопом, мне надо сюда. Друг мой, поймите, что я не хотел бы вас мучить. Постарайтесь понять. Я сделаю все возможное, чтобы узнать о делах Золотого Рассвета в Айзенштадте. Конечно, вы будете держаться и сопротивляться мне из последних сил. Другого я и не жду. Но уже очень скоро я сломлю вашу волю, как ломаю тело. В итоге вы расскажете мне все, что я хочу знать, умоляя о смерти. С докладом прибыл. Вам удалось захватить агентов Золотого Рассвета? Так точно. Бой был непростым. Их не били, сержант? Никак нет. Пальцем не тронули. Как приказали. Зергут. Пленников отведите на фабрику. Я поговорю с ними, как только завершу эту дружескую беседу.
Стражи! Хватит оттягивать неизбежное! Агенты Золотого Рассвета обладают огромной силой воли. Однако во время продолжительных допросов нами была получена информация, подтвердившая наши подозрения. Американец, находящийся в данный момент в Айзенштадте, это тот же шпион, который помешал созданию суперсолдат, а также сорвал операцию «Возрождение». Уверен, продолжая допрос агентов Золотого Рассвета, мы сможем выяснить местонахождение американца. Что? Все ближе, я... В укрытие! Оказалось, не в силах справиться с Янки. Следует немедленно направить в бой элитное подразделение, а также увеличить количество книжников. Этот шпион становится центром сопротивления,
Его нужно остановить любой ценой. Ваш приказ взять в плен агентов Золотого Рассвета был просто гениален. Они умеют противостоять нашим методам ведения допроса, но я уверен, что через некоторое время все же сломаются. Тогда наши книжники получат всю информацию, скрытую в глубине их сознания. Естественно, они лишатся рассудка, но таковы реалии военного времени. Thank you.
Американец здесь? На, его здесь нет. Ты не сможешь прятаться вечно. Хватит оттягивать неизбежное. Меня попросили освободить троих агентов Золотого Рассвета, захваченных эсэсовцами. На базе СС в историческом центре я узнал, что пленников держат на заброшенной фабрике, принадлежащей отделу паранормальных исследований. Страшно представить, какие методы допроса могут там применяться.